Стрельба, десант и рукопашный бой. В Севастополе отмечают День морской пехоты. Мы проходим физическую подготовку, огневую подготовку, рукопашный бой, тактический подготовку, тактическую подготовку, ну и все, что должен уметь минимум морской пехотинец. Все мы проходим, мы тренируемся каждый день. Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты старались показать все, на что способны. Демонстрировали свою выносливость, силу и ловкость, удивляли и даже шокировали зрителей. Бригада морской пехоты Черноморского флота вносит достойный вклад в дело укрепления обороноспособности страны нашего государства. Подразделение выполняет задачи по охране государственной границы в Крымском федеральном округе. Десантно-штурмовый батальон выполняет специальную задачу Сирийской Арабской Республики, уничтожая террористов извне, чтобы не проник на территорию нашего государства. На празднике военнослужащие показывали не только свою боевую подготовку, но и музыкальные таланты. Торжественное мероприятие продолжилось реконструкцией боя времен Великой Отечественной войны. За всем происходящим наблюдали семьи морских пехотинцев. Нравится бой. Только громкий, сильно. Очень понравилось все такое, ну не каждый год именно такое представление бывает. Бывает, да, но вот такого еще не видели. Техника, которая сейчас вот очень впечатлила. Мой муж служит, я очень горда и поздравляю его от души с этим праздником. Также на празднике все желающие могли ознакомиться с военной техникой морской пехоты и отдельными видами стрелкового оружия. Елена Корнухова, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.